Такое поручение сегодня дал Вениамин Кондратьев. Финал национального конкурса WorldSkills столица Кубани примет уже через месяц. Со всех регионов России и зарубежных стран в Краснодар съедутся около 3000 экспертов и студентов. Они будут соревноваться в мастерстве сварочных работ, кулинарии, флористики, парикмахерском искусстве. Всего будет представлено около 100 профессий. По мнению главы региона, этот чемпионат поможет повысить престиж рабочих специальностей. Чтобы делать экономику, даже большую экономику, мы должны четко понимать, что начинается она с обычных рабочих профессий, которых, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше. И престиж профтехобразования резко снизился. А жизнь как раз начинается с обычных токарей, водителей, с заводов, фабрик, где тоже должны работать. И молодежь туда тоже должна идти. Сегодня в наших школах, обычных средних школах, отсутствует профориентация. Вот так, как она была, коллеги, в нашей юности. И вот сегодня, если хотите, вот этот чемпионат – это определенная как бы профориентация для наших сегодня школьников, для выпускников. От Краснодарского края в состав российской сборной вошли 7 человек. Замминистра образования России Людмила Огородова на совещании отметила высокий уровень подготовки специалистов в кубанских техникумах. Одно из доказательств этому – победа нашего студента в Китае на международном чемпионате WorldSkills среди лидеров национальных сборных. Учащийся Вознесенского техникума Краснодарского края занял первое место в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».